ДВК призывает казахстанцев принять участие в международной акции против тоталитарной политики Китая. Назарбаев передает ключевые отрасли национальной экономики своим китайским партнерам. Власти Китая хозяйничают на наших землях. Строят свои заводы и вместе с кланом Назарбаевых говорят о развитии китайского языка в Казахстане. При этом весь мир возмущен жестокостью, царящей в китайских концлагерях, где удерживают казахов, уйгуров, кыргызов. Китайцы строят лагеря перевоспитания для мусульман, насильно ассимилируя народы и тех, кто исповедует ислам. 1,5 миллиона человек уже погибло, и еще миллионы продолжают силой удерживать в китайских концлагерях, где у людей извлекают органы и торгуют ими. Тотальная китайская экспансия возмущает не только казахстанцев, но и весь мир. Более 20 стран выходят на акцию 29 сентября, чтобы сказать: «Мы против тирании Китая». Казахстан присоединяется к этой глобальной акции с требованием «Стоп китайской экспансии». Выходи в Астане и Алматы в воскресенье в 1:00 дня. Мы также призываем граждан других регионов Казахстана участвовать в глобальной акции в социальных сетях. Сделай свое видеообращение. Скажи «нет» китайской экспансии.